Совещание историков Уральского федерального округа провел председатель Государственной думы Российской Федерации, глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Главной темой обсуждения состоявшегося заседания стала роль Большого Урала в истории России. Быть уральским историком – это особая ответственность, ведь выдающийся ученый, один из родоначальников отечественной исторической науки Василий Никитич Татищев, был основателем и Екатеринбурга, и Перми. Ну, а сам Урал выступал форпостом освоения новых земель в Сибири, на Дальнем Востоке. Именно здесь берет свое начало такое крупная российская промышленность. Ведь вспомним и солевую империю Строгановых или знаменитое горное царство Демидовых. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев особо отметил важные просветительские проекты, которыми занимается Тюменское отделение Российского исторического общества, лекции и уроки в школах и организация открытых исторических мероприятий. Тюменское отделение исторического общества было создано в сентябре 2013 года и стало одним из первых региональных отделений РИО. Его члены активно занимаются просветительской деятельностью в регионе, а руководит тюменским отделением профессор ТюмГУ Сергей Кондратьев. Мы прекрасно понимаем, что трансляция исторических знаний, формирование чувства сопричастности большой и малой родины, ответственность за ее прошлое, за ее настоящее и будущее является, собственно говоря, основным нашим делом. Поскольку история, историческая память, наряду с языком, это все то, что прежде всего формирует идентичность. И когда мы говорим о России, мы прежде всего подразумеваем это язык, исторических деятелей и те исторические свершения, на которых мы, собственно говоря, учимся, с помощью которых мы учим наших детей. Большое внимание на совещании уделили также оценке концепции исторического образования. Сергей Нарышкин сообщил, что сегодня Российское историческое общество уже взяло на себя обязанность ее доработки. Часть работы уже выполнена, и после экспертной оценки будут подготовлены три линейки новых учебников для школ. Георгий Лайф, Алексей Мойсов, Евразион ТВ.